Итак, продолжаем рассказ о тестировании новых приманок Раппола на Онежском озере. На второй день рыбалки команда, помня вчерашние приключения с погрузкой и сломанным винтом, решила стартовать из другого залива, где и поглубже, и волны поменьше. Но российский экстрим и тут не оставил нас в покое. Идти по причалу к катерам пришлось по жердочке из двух насквозь прогнивших досок. Первыми пустили самых легких. И вот, наконец, отчаливаем. Правда, без конфуза и тут не обошлось. Забыли приманки! Пришлось ждать второй катер, а пока собирать снасти. We put some extra. Мы прикрепим сюда немножко блеска. Shine here. Оп! Ну вот теперь можно стартовать. Сегодня гонку по волнам все переносили легче. Видимо, привыкли. Пятнадцать километров такой скачки, и катера расходятся, чтобы можно было забросить снасти. Продолжаем искать холодную воду. 3 разные точки. 5 километров. Через 5 километров стартуем. Пока медленно подходим к выбранной точке, разворачиваем спиннинги и оснащаем их приманками. Then we take a new Rapala scatter wrap. Раппол с катерап отличается специальной игрой при проводке. Совершает дерганные движения, примерно так. Десять метров отмотали, надо поставить груз. Может быть, 80 грамм? А это так называемый планер. Он служит, чтобы отвести приманку в сторону от катера. Раппола Бальса Экстрим Бейт прекрасно выглядит, похоже на форель. Вот интересный цвет у Раппола Скатерап. Похоже на рыбку, которая реально водится в этом озере. Очевидно, Яри имеет в виду ряпушку. А вот полосатая расцветка. Полоски отражают свет и блестят. Лосось это любит. На даунриггер ставится блесна. Это бульфокс, как раз того цвета, который любит онежский лосось. Сколько удочку надо закинуть? 16 будет всего. Можно 14, но у нас есть 16, мы 16 закинем. Троллинг на таком крупном озере, как Онежское, сильно отличается от того троллинга, к которому мы все привыкли рыбачить на водохранилищах или крупных реках средней полосы. Если, к примеру, на Волге в одном катере обычно приходится по одному снаряженному удилищу на рыболова, то здесь одновременно распускается до 15-18 приманок, которыми являются различные воблеры и многие колеблющиеся блесна. Лично меня такой процесс не сильно привлекает. Он довольно трудоемок, не мобилен, отнимает много времени на расстановку, а также сборку снастей в моменты, когда требуется сменить участок ловли.
да и не сильно интересен, поскольку при движении катера удилище в руках рыболов не держит, а значит, не испытывает всей прелести от поклевки, передающейся в руку. Вот и сейчас Яре даже не сразу понял, есть там рыба или нет. Маленькая рыбка. Бэби-лосось. Семга – рыба нежная, и отпускать ее лучше даже не касаясь руками. Следующая будет крупнее. На втором катере пока тихий час. А вот катер Яри, видимо, вошел в зону холодной воды. Следующая поклевка. И опять мелкий лосось. Когда же дедушку приведут? Вместо дедушки пришла тетя Щука. Впрочем, как пришла, так и ушла. It's okay. What was it? Okay to lose a pipe. We same. Same. Yeah. Okay. Different color. Разноцветная. Щука это любит. Yeah. They like it. Но наконец-то и на втором катере поклевка. Однако, похоже, Матти расслабился от долгого ожидания. Как не обидно, но ушла. This was a Blue Fox Inco. Это Blue Fox Inco, 18 грамм. Unfortunately, this time, к сожалению, в этот раз рыбе повезло. А на первом катере смена исполнителя. После упущенной щуки Яри отстранен от вываживания. Пусть бежит там нормального размера. Нормально, сейчас она остановится. Что там, серьезно что-то? Ха-ха! Бей!
Вот, наконец, показался флешер. С такой уже не стыдно и сфотографироваться. На втором катере Матти тоже отстранен. Не потеряешь. Кто рядом? Вот. Окей. Отбить. Потеряют рыбу сейчас и все. Let me take the fish. Ты потеряешь. Оно минуло. You lost fish. Давай, кацу. Ну, кацу. Бери ближе, иди. Ну, иди ближе. Чё? Окей. Ну, бери. Давай назад. Ну, что? О, всё. У-ху! Lake Onega! Scatter up minnow! Вот таким, вполне приличным трофеем и закончилась эта история. Хотя почему закончилась? Будем надеяться, что мы сюда еще обязательно вернемся с новыми приманками от Раппалы. И желательно летом, когда будет потише.